пока еще стоят строительные леса, но скоро строительство закончится. Ремонт. Делают оклад, поднимут статую Шнишинджай. Будет красота. Вот, еще можно подняться по лестнице. Все. Поднимемся, можно вот поснимать сверху. Практически будет виден весь гар. Вот у нас строительство еще идет. Там метелки даже пока стоят. Вот. Скоро не заполнится. Вот. Здесь можно гар посмотреть. Сверху домики. Лес уже начинает желтеть. Тихонечку. Здесь вот у нас еще краски. Художники рисуют. Вот тут лес. Красота. Осень. 16 сентября. 15 минут. Дорога вниз. Ты делаешь это в воде? Так, спускаемся потихонечку, чтобы не упасть. Красота, осень, золотая осень. Золотая осень. Ступа. Все такая. Сейчас пройдем немножко. Вот. Такая тропинка. Будет. Тропинка. Здесь у нас две березы. Ну, как ворота, вход. Вот. Здесь еще статуи прежние пионерского лагеря. Наследие. Вот. Так, красиво. Сюда можно идти тоже. Спасибо.
очень красиво. Сейчас увеличим все. Чтобы было глаза увидеть. Глазки. Тоже елочки желтеют. Красавица ступа. Здесь еще такой проход. Сейчас еще попробую с другой стороны пройти. Так, луки. Елочки желтеют уже. И вот активно открывается. Вот такой вид. Красота.